Новый парк «Планета баскетбола «Оранжевый атом» появился в городе в день физкультурника возле нового баскетбольного комплекса в 4-м микрорайоне. В посадке лип приняли участие представители от каждой команды участницы баскетбольного турнира «Оранжевый мяч-2017» и почетные гости мероприятия. Традиция, она сейчас возрождается, и слава богу, что вот у нас в городе, в области, в целом по концерну, эта политика, она правильно выбрана, правильно поддерживается и правильное направление дается. Ну, на самом деле, и президент сказал, да мы и сами прекрасно понимаем, что стране нужны здоровые люди, сильные, воспитанные, умные. А дети, приходя сюда, они правильно вот выступающие говорили, они уходят с улицы, они уходят от дворов. И самое главное, чтобы мы видели, когда идет ребенок с оранжевым мячом, с кимоно в сумке, с боксерскими перчатками, но не с бутылкой пива или банкой пива, сигаретой в руке. Вот это самое основное. Когда липки наберутся сил и окрепнут, возле них поставят скамейки для отдыха. Для нашего города сегодня в такой замечательный день, праздник физкультурника, это очень значимое событие. Здесь принимали участие не только муниципалитет, концерн «Росэнергоатом», да, наша политическая партия «Единая Россия» и все заинтересованные, в том числе и активные наши граждане, при поддержке которых этот праздник состоялся. А то, что касается данной аллеи, я скажу так, что вот этот сорт липы на территории муниципалитета не произрастает. Это краснокнижные деревья, да, они внесены у нас в Красную книгу, ну, не на территории Российской Федерации, а в Закарпатье, на Украине, но тем не менее. Да? Вот. И я надеюсь, что здесь у нас для нашего города получится новая зона отдыха наших горожан, потому что помимо данных деревьев, которые мы сегодня посадили, а садили их уважаемые наши граждане, и наши гости, да, вот, мы ее благоустроим, поставим урны, поставим скамеечки, ну и, соответственно, все это дело мы должны сохранить. Эта именная липовая аллея будет напоминать спортсменам и горожанам о первых баскетбольных праздниках. А значит, память о тех, кто придумал и развивал баскетбольный проект в Десногорске, никогда не канет в лету.